Здравствуйте, дорогие мои друзья! Вы находитесь на канале «Светлый гороскоп» и с вами я, ваш личный астролог Базрисова Светлана Станиславовна. И сегодня, дорогие мои водолейщики, этот расклад для вас на июнь месяц 2021 год. Смотрите у меня на канале обязательно три своих видео по своему асценденту, по солнышке и по луне. Если же вы самостоятельно не можете рассчитать свой асцендент или луну, вы можете обратиться ко мне на личную консультацию, и мы с вами вместе посмотрим ваш асцендент и луну. Пишите смс, звонить не нужно. Итак, дорогие мои водолеи, солнечные, асцендентные, а также у всех, у кого луна в водолеях, этот расклад для вас на июнь месяц 2021 год. И гадать мы с вами будем на моей авторской колоде. Прекрасная авторская колода Таро темных откровений. Кто ее еще не приобрел, дорогие мои водолеи, вы можете это сделать у московского издательства «Велигор», а также написав мне в личных сообщениях и получить эту чудесную колоду с моим автографом и моими пожеланиями. Ну что ж, водолейчики, мы с вами начинаем просматривать 12 сфер жизни. Посмотрим. Итак, первый том, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый и двенадцатый дом. Ну что ж, ребятушки, давайте смотреть, что ждет дорогих моих водолеев в июне 2021 года. Первый дом – дом личности. И сразу же прекрасная карта «Принц кубков». Это эмоции, это счастье, это эмоциональное расслабление. А также вы видите здесь рыбка. Это не просто так. Это значит, весь месяц вам будет сопутствовать удача и прибыль. Прибыль в различных делах, прибыль в финансовых делах. Ну, кстати, это может быть и беременность. Еще это карта вашего ребенка или какого-то курьера, который торопится к вам сообщить какую-либо новость. То есть много событий, каких-то новостей будет приятных весь месяц июнь. И это все будут либо любовного характера, либо финансового характера. То есть улучшение в любой сфере. И это прекрасный расклад, я думаю. Давайте посмотрим второй дом гороскопа. Это ваше движимое имущество, это ваши ценности приобретения и деньги. И прекрасная карта четверка пентаклей, это очень хорошая карта на втором доме. То есть достаточное количество денег, которые вы получите, это деньги, которые вы заработаете и вполне можете сделать взнос за жилье, либо это коммунальные услуги, либо это съемное хорошее жилье, либо же это покупка жилья. Но вообще жилье это все-таки недвижимость, оно по четвертому дому идет, но оно на движимое выпало. Может быть, для дома вы что-то будете приобретать, какие-то аксессуары для дома, или мебель, или ремонт. Но здесь, конечно, будет достаточное количество денег в вашем доме. Еще это может быть надомная работа, когда вы дома работаете и зарабатываете деньги. Карта хорошая. Третий дом, братья, сестры, соседи, и также их общение, и еще и плюс автомобили. Посмотрите, какая замечательная карта выпала на третий дом. Карта императрицы, дородность, да, это деньги, финансы, изобилие, вы видите рог изобилия. От ваших братьев какие-то поступления будут, братья, сестры, соседи будут вас извещать о каких-то поступлениях, о каких-то прибавках. Может быть, вам дарить какие-то подарки ценные. И еще плюс, конечно же, автомобиль. Прекрасный, шикарный месяц для вас, дорогие мои, чтобы поменять что-то, сделать с автомобилем или продать свой автомобиль, купить новый. Но
Хочу заметить, дорогие мои водолеи, что весь июнь месяц до 23 числа будет у нас ретроградный Меркурий, поэтому покупки совершать я бы не рекомендовала. А вот продавать – прекрасное время для продажи. Вы получите большое количество денег за автомобиль. Но эти правила касаются лишь тех, у кого при рождении был Меркурий в прямом положении. А вот если у вас при рождении, в момент рождения Меркурий был в ретроградном движении, то абсолютно эти правила вам не нужны. Так что весь месяц вы можете делать, совершать крупные покупки. Кстати, кто не знает, какой Меркурий был у вас при рождении, ретроградный или прямой, вы можете обратиться ко мне в Viber, WhatsApp, Telegram, и мы с вами вместе рассчитаем, где был у вас Меркурий на момент рождения. Четвертый дом. Дом вашего жилья. И здесь, конечно же, какое-то беспокойство и тревога. Душевная паника, я бы сказала. Что-то вы будете очень сильно переживать за свое имущество. Смотрите, вот даже здесь показывают на втором. Второй дом – это ваше средство, деньги, когда вы будете вкладывать на жилище. А здесь какое-то беспокойство и суета показывают в вашем доме. Может быть, действительно у вас идет какой-то ремонт, и вы суетитесь, переживаете, когда он закончится. Или вы покупаете недвижимость, или продаете. Вот что-то здесь с недвижимостью, и очень сильно переживаете, чтобы не продешевить или чтобы удачно купить. Еще раз повторю, если у вас Меркурий в прямом положении при рождении был, то значит июнь месяц – это неподходящий месяц для покупок. А если Меркурий у вас был в ретроградном движении, как в момент рождения, значит, вы можете вполне таки приобретать. То есть это вот индивидуально нужно рассчитать. Беспокойство целый месяц у вас будет. Может быть, кто-то даже уедет из вашего дома, покинет ваш дом. Ну, например, ребенок поехал учиться, или мама угостила, теперь мама уезжает из вашего дома, да? Или вы гостили у мамы, и теперь вам надо вернуться к себе. То есть вот здесь какие-то потери. Пятерка – это потери. Уходит кто-то из семьи, кто-то уезжает из вашей семьи, из вашего дома. И вы переживаете, может быть, будете тосковать по этому человеку. Вот так вот. Давайте посмотрим шестой дом. Это у нас работа, здоровье, домашние животные. И тут старший аркан, карта Луны. Это кармическая карта. Это карта вашего рода через мать, по матери говорится. Вот если вы занимаетесь делом своей матери, вот тем, чем занимался ваш род, мама, бабушка, да, вот есть такие династии, да, династии врачей, династии художников, династии сапожников, да, вот династия. Вам нужно заниматься, посмотреть в июне месяце, чем занималась ваша мама, вот тем же и заняться вам. Интуитивно прочувствовать эту обстановку. И еще здесь интуиция, конечно, ясновидение у вас будет развито очень хорошо в июне месяце. Вы прям будете чувствовать, в какое русло вам идти, куда надо направляться. Что касается вашего здоровья, здесь я бы вам не рекомендовала много употреблять жидкости, могут быть отеки, алкоголь избегать, да, вот как-то крайне редко его употреблять или вообще исключить в июне месяце. И, конечно же, воды. Вода, обман, луна. Здесь могут быть, знаете, не ездите к морям, океанам, на озера, потому что тут могут быть какие-то катаклизмы, связанные именно, природные катаклизмы, связанные с водой. Поэтому, чтобы уберечь свое здоровье, держитесь подальше от воды и от химии, от жидких каких-то химикатов. Еще по этой карте можно сказать, если вы хотите взять домашнее животное, очень хорошо брать каких-то водных, да, ну, рыбок, да, например, рыбки, кальмары, крабы или кто водится, вот кто в водной стихии водится, водяных, да, таких водяных можете взять для своего дома. Кошек, собак я бы не рекомендовала брать в этом месяце. Следующий дом у нас с вами, а вот смотрите, я рассказала этот дом про шестой, хотя это у нас пятый дом, да. Вот почему-то у меня пошло по пятому, по шестому дому.
Давайте все-таки на шестой я переложу. Почему-то вот интуитивно пошло у меня рассказ именно про шестой дом. А на пятый мы положим эту карту. Да? На пятом доме это у нас дети. Это творческий процесс, бизнес. И здесь какая-то тупиковая ситуация. В июне месяце будет торможение. Но это, в принципе, неудивительно, потому что у нас с вами идут ретроградные планеты, еще и ретроградный Сатурн там, и ретроградный Меркурий будет. Это, конечно, будет тормозить делу, и бизнесу будет тормозить, и делам. Может быть, какое-то недопонимание с детьми, тупиковая ситуация, да, когда вы хотите что-то услышать от детей, а они где-то умалчивают, что-то молчат в себе, замыкаются, да. Но это все разрешается, эти проблемы, они решатся в конце, может быть, месяца, но целый месяц такая, знаете, напряженные отношения с вашими с детьми. Это может быть творческий спад какой-то, может быть, вам нужен отдых, вы перетрудились. И в бизнесе, конечно, может быть застой. Что касается романтических отношений, здесь, конечно, я не вижу начала романтических. Если они начнутся, они также быстро и закончатся. А вот если вы уже в отношениях находитесь, то это, конечно, остановка развития отношений. Возможно, даже некий холодок между вами. Но это, опять-таки, временное событие. И, как говорится, проверка ваших отношений на дальнейшее. На дальнейшие уже, скажем, времена. Потому что все проверяется временем и какими-то событиями. Если, конечно, это любовь, то она перерастет дальше в серьезные отношения. Если нет, то можно будет поставить крест на этих отношениях. Седьмой дом, дом партнерских отношений, партнерства. И здесь время утекает, убегает, улетает непонятно куда. Подсказка вам, дорогие мои водолейчики. Тот человек, с которым вы будете строить отношения, вот, кстати, очень сочетается с пятым, да, романтика, вы просто теряете время. Либо эта карта показывает, если вы, наоборот, таки не строите отношений, не ищете для себя партнера или партнершу, а просто ждете, как манна небесная должна вам просто на голову свалиться, то вы просто теряете время. Нужно активничать, нужно искать, понимаете? Потому что в июне вам либо не захочется вот этим заниматься, не захочется искать какие-то знакомства новые, не захочется. Просто время будет идти, и оно ни к чему не приведет. Понимаете? Просто утечка времени в июне, месяца по партнерам. Восьмой дом, и здесь какие-то страшные сны вас будут посещать. Во-первых, восьмой дом – это трансформация и большие деньги вашего партнера. Какие-то, знаете, вам, во-первых, тут еще и предчувствие идет. Беспокойство во сне, тревожность какая-то за вашего партнера, за деньги вашего партнера вы будете переживать. Я не вижу, чтобы ваш партнер вам давал какие-то деньги, было обеспечение финансов, понимаете? Нет этих обеспечения финансов в июне. У вас достаточно своих денег, понимаете? А вы будете переживать еще за вашего партнера, за поступление его денег к вам. Что касаемо кредитов, навряд ли вам дадут кредит в июне месяце, а если даже вы захотите взять, то вы долгое время не сможете отдать. Так что этого делать не стоит. Но вот то, что трансформация может пройти, да, пересмотр каких-то своего видения к отношению партнера, заметьте, к отношению его финансовой сфере к вам. Смотрите, навряд ли вам партнер будет доставлять удовольствие в этом месяце, и навряд ли он будет вас финансово обеспечивать, да? И вам придется просто пересмотреть эту ситуацию. Она может быть действительно в тупик зашли уже ваши отношения, и стоит их уже заканчивать. Потому что посмотрите, насколько ваша карта личная прекрасная, какие хорошие арканы говорят за вас. Вы денежку зарабатываете, вы прекрасно выглядите, вы несете свет и счастье в массы, а вот про вашего партнера этого не скажешь. Давайте дальше смотреть. Девятый дом – это путешествие, образование, визы, кстати, по девятому дому идут. Пятерка посохов – это хорошая карта, карта спортивных соревнований, карта какого-то, знаете,
совместных усилий, хотя каждый тянет в свою сторону, но это только спортивные соревнования, это не перетягивание, да, такого когда-то в большом смысле этого слова. Я думаю, что будут какие-то задержки в ваших поездках. Если вы захотите поехать куда-то, то тут будут задержки, остановки. А что касается образования, тоже я не думаю, что самый удачный момент что-то начинать образовываться, да, или сдавать экзамены будет очень затруднительно. А вот если вы в процессе обучения, это будет горячая пора. Жезлы – это горячая пора. Это хорошо вот как раз-таки делать именно то, чем вы уже занимаетесь, понимаете? Насчет визы это нужно будет добиваться. Я не думаю, что в июне месяце вы получите визу, но добиваться нужно. Добиваться нужно. Следующий у нас 10-й дом. И тут вот такой шикарный император у нас восседает в кресле. 10-й дом – это как раз-таки статус Насти. Представляете, прям в десяточку попали, да, и 10-й дом прям в десяточку попали с императором. Это однозначно изменение статуса. «Полюбите себя», – говорит эта карта. «Полюбите себя, и вы подниметесь в собственных глазах». Однозначно это повышение в должности, по службе, признание. Эта карта еще говорит, что вы можете изменить свой статус в личной жизни. Это может быть как развод, так и замужество или женитьба. Разное может быть, но это все вам на пользу. Знаете, такое впечатление, что вы начинаете себя любить. Вот если вы в каких-то плохих отношениях, токсичных, да, то вы разводитесь и считаете, что вы поступили не только правильно, а вам какое-то прям облегчение, знаете, выдохнули так, фух, да, слава богу, освободился или освободилась. Либо же вы выходите замуж и женитесь, и чувствуете, как ваш статус повысился, да, то вы были холостяком или холостячкой, а теперь вы уже замужняя женщина или женатый мужчина. Карта очень хорошая и очень достойная. Карта императора. Замечательная карта. Изменения будут в лучшую сторону по статусу. 11-й дом, дом наград. Ну, семерка жезлов говорит о том, что вы будете занимать первые места. В любых вот соревнованиях вы будете занимать первое место. Это награды и почести от других людей. Будет очень много злопыхателей, завистников, которые будут завидовать вашему вот этому вот высокому положению. Смотрите, вот оно, высокое положение. Но вам по барабану. Вы вообще плевали на тех людей, которые вам завидуют. Вы выше этого стоите. Вы получаете награды, почести. Кто-то получит грамоты. Кто-то будет признан обществом. Им придется признать вас, понимаете? Вот придется. Потому что вы стоите на высоте. И вы выше и сильнее всех. 12-й дом. Карта смерти, карта трансформации. От чего нужно избавиться? Вообще 12-й дом – это от чего вам нужно избавиться? Вам нужно избавиться вот от этих постоянных трансформаций, от суеты, сует. Вам нужно уже остановиться и спокойно продолжать жить. Вот в июне месяце все карты вам говорят, нужно спокойно жить, относиться ко всему более спокойно. А у вас в последнее время вот эти трансформации, изменения какие-то идут. Может быть, вы ушли с какой-то работы, возможно, вы ищете другую, возможно, что-то в отношениях у вас меняется, с недвижимостью. Вот где-то что-то меняется очень много, и эта карта говорит, все, уже пора остановиться, уже все старое, что нужно, умерло, все, его уже нет, и пора пришла рождению нового. Вот оно, рождение, ребенок, свет, уже все. Черная полоса закончилась. У вас начинается светлая полоса. Смотрите, как мы заканчиваем расклад. И в конце вот эта вот светлая полоса. Рождение ребенка, свет в конце тоннеля. Я вас поздравляю, дорогие мои водолейчики. Очень хороший расклад у нас с вами получился. Надеюсь, он вам понравился. И
Надеюсь, что он был вам полезен. Я благодарю всех тех, кто уже поставил мне пальчик вверх и написал слово «благодарю». Ну, а кто еще не подписался, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Всем мира, добра и счастья. Верьте в мечту, мечта обязательно у вас исполнится. Все, родульки, пока-пока.